Что это? Такие картонные карты с дырками. Я помогу тебе искать. Окей, спасибо. Тут ничего. Мне кажется, она должна быть здесь. Ви, ищи внимательнее, окей? Ничего. Тут ничего. Тут ничего. Так. Кажется, нашел. Ага, отлично. Кэрол, мы нашли карту. Что дальше? Вставьте ее в ридер. Ну чего там, Ви, вставляй уже карту. Попробуем. Работает! Иди посмотри! Паровозик, который смог. Ви, я хотела с тобой поговорить. Это недолго, честно. А что такого-то? У меня к тебе есть довольно глупый вопрос. Я знаю, я сама тебя позвала, но... Почему ты мне помогаешь? Потому что для тебя это важно. Только поэтому? Прости, это как-то грубо прозвучало. В общем, Ви, я... Прости, пожалуйста. Я не умею говорить про чувства и вот это все. Но мне не хотелось бы облажаться. Пока у тебя получается. Это потому, что я еще даже не начала. Обычно я сначала делаю, потом думаю. Да-да, я заметил. Я знаю. Понимаешь, для меня важны импульсы. Когда я действую интуитивно, тогда я типа честная. Но с тобой, Ви, я хочу быть аккуратнее. Почему со мной все по-другому? Потому что ты мне дорог, и я боюсь сказать или сделать что-то глупое и остаться одной в пустыне. Я лучше просто буду рядом, пусть даже как друг. В следующий раз иди за импульсом. Окей. В любом случае, я тебя предупредила. Думаю, нам уже пора возвращаться. Вы как-нибудь следите за этим конвоем? Да. Кэрол время от времени проверяет их каналы связи. Все идет по плану. По крайней мере, пока.
еще проверим. Солнце, присядь на минутку, пожалуйста. И успокойся. У нас все под контролем. Конвой едет прямо к нам в руки. Из-за Соло волнуешься? У нас еще довольно много времени до заката. Думаю, еще раз осмотреть машину не повредит. Звезды появились. Значит, до заката всего пара часов. Ты так паникуешь, будто ты первая, кто вышел против Соло. Ой, давай только без этого, а? Не надо меня утешать. А я знаю этого человека? Знал, Скорпион. Он вернулся с войны накрученный. В голове полно идей, куча новых контактов. Стал убеждать Соло объединиться со змеиным народом. Типа, чтобы стать сильнее. Он мне никогда про это не рассказывал. А что Сол? Отчитал его перед всеми за то, что сеет смуту в семье. Потом целый год не давал ему ни одного заказа. Вот уж утешил. Спасибо. Ты сказала, тебя не надо утешать. Я попробую немного поспать. Давай, наш конвой в ближайшее время все равно не приедет. Как-то вдруг прохладно стало. И правда. Ну, это мило. Может, тоже немного поспишь? Я лучше просто рядом с тобой полежу. Подумаю, посмотрю на звезды. Ты в этом тоже разбираешься? У вас, может, и карты неба есть в библиотеке? Конечно. Вот тут большая медведица. А вон там справа, видишь, звездочка мигает. Да. А видишь, да? Это значит, что у большой медведицы течка. Спокойной ночи, Ви. Окей, они подъезжают. Ну что, все готовы? Поехали, Ви. Чёртову сцепку!
держим их и окружайте! Идет по плану. Ладно, будьте осторожны, поезд отправляется. Окей, погнали. Ну, понеслась. Еще как. Радуйся, что тебя не подписали собирать этот чертов конструктор. Эта великая честь достанется Митчу и Тэнь. Если хочешь, я с ней поговорю. Не, спасибо. Хочу сама разобраться. Блять, по нам! Ну, понеслась. Объясни, что это такое? Сам видишь, что это. Василиск. Я вижу два грузовика с логотипами Милитеха. Черт, по нам! Они видны за много миль! Ты думаешь, у семьи без этого мало проблем? Скелеты могут напасть в любую минуту. Теперь нам еще и от Милитеха прятаться. Хватит! Стоп! Просто, блядь, заткнись! Ты что, хочешь вечно прислуживать корпорациям? Валяй, вперед! Мы оставим себе Василиск, хотя бы чтобы вспоминать, кем были Альдекальда. Или может, чтобы было чем защищаться, когда на нас опять кто-нибудь нападет? Когда я закончу с биотехникой, мы соберем семейный совет и обсудим твое поведение. А пока уберите с моих глаз эти грузовики. А Василиск, мы можем его собрать? Делай, что хочешь, только мне не попадайся. Боб, Мич, поставьте грузовики позади лагеря. Надо их разгрузить. Ладно. А что нам потом с ними сделать? О, у меня есть идея. Ничего себе, у тебя легкие. Да сама в шоке. Кажется, последний раз я так делала, когда мне было 10. Гляди-ка, до сих пор не разучилась. Мне кажется, семья на твоей стороне. Ага. И
Почему тебе так кажется? Я слышала только тишину. Они чуть ли не облизывались на этот Василиск. Кочевники, значит, панциры. Панциры, значит, кочевники. Они за тебя. Ну, посмотрим. Если я опять понадоблюсь, просто позвони. Ви, конечно, позвоню. Будь готов снова меня слушать. Я буду ждать. Удачи. Смотри, что я... Джоша, он с детства берег. У тебя пушка? Эй, Ви, иди сюда! Подойди чуть поближе. Привет, Мич. Ты как, ничего? Да, ничего, держусь просто. Столько погибло. И друзей, и близких. Вот приходилось тебе терять лучшего друга. Да. Его звали Джеки. Угу. Как он погиб? Да как обычно бывает в Найт-Сити. Ладно, идем. Поможешь мне кое с чем. С чем? Надо кое-что довести до конца. Последнее прощание. А я, понимаешь, не хочу один. Ладно, я помогу. Ну так пойдем. Ты как насчет порулить? Ну, нормально. Тогда давай прокатимся. Давай. А куда? Видно, ты давно в городе. Все-то надо точно знать сразу, а лучше вообще вчера. Терпение, Ви. Не знаю, как было у тебя в клане, а у Альдекальда вещи умерших остаются в семье. Раньше это была тачка Скорпиона, теперь моя вот стала. А рядом моя старая ласточка. Классные тачки. Что та, что другая. Это да. За городом машина – это жизнь. Я поеду на тачке Скорпиона, а ты на второй. Ладно, поехали. Погнали, короче. Следуй за мной. Мич, слышишь меня? Слышу. Хватит трепаться, на дорогу смотри. Да, солнце и ветер в волосах. Кайфец. Привет. Давно не виделись. Я не фанат похорон. Ну да, и смерти тоже не сдаешься. Как будто это моя вина. Я не просил Сабуру записывать меня на чип. И тебя не просил этот чип себе в башку вставлять. Но... надеюсь, ехать нам недолго. Кстати, а куда мы вообще едем? Да не знаю. Ай, молодец, парень. Всегда готов помочь. Всем ребятам пример. Я собираюсь почтить память Скорпиона. Это вроде как его последние воли. Супер. С тобой не соскучишься. Поедем к разрушенному мосту. Это вон за тем холмом. Принято. Уже почти на месте. Да, хорошо. Ты
Да ты что, Мич? Охренел, блядь? Расслабься, Ви. Так хотел Скорпион. Чтоб ты его возил в багажнике как запаску? Нет, он хотел, чтобы я проводил его так, как он решил. С грохотом. Посадим его за штурвал, обольем машину горючим, а потом подожжем и запустим с обрыва. Ну, раз уж Скорпион этого хотел... Хотел. 100 раз про это говорил. Будь другом, канистру передай. Держи. Классно. Теперь клади ее на пассажирское место. Да, я гляжу, водитель уже за рулем. Нечего время тянуть. Его уж скоро раздует, как воздушный шар. Ну что, начнем шумные похороны? Ну, давай. Хорошо. Я уже заткнул канистру тряпкой. Подожги ее, а я заведу машину. Горит! Быстрее, пока не ёбнуло! Хорошей тебе дороги, друг. Ушел с грохотом, как и хотел. Пепел и сажа. Все, что от нас останется. Ну что, по пиву? Давай. На таких похоронах грех не выпить. Ну, тогда пойдем. Холодненько. Ничего нет лучше. Это да. Да, кстати, а почему его вообще Скорпионом-то звали? Забавно. Вот веришь, сам без понятия. И так ведь его и не спросил. Может, от знака зодиака? Ха, или от того, что жало у него было большое. Эх, Скорпион, старый ты хрен. Мне будет тебя не хватать. Слушай, Мич, почему ты выбрал для этого дела меня? Ну, ты надежно выглядишь. Я серьезно. Ну, как тебе сказать? Короче, я ведь благодаря тебе живой и смог вот с ним попрощаться. Ваши пути пересеклись лишь раз, но это был важный момент. Слушай, тебе бы взять кое-что из его вещей. Вот это у него было вроде как талисман на удачу. Пусть тебе послужит. Бери. Что это? Не знаю, но Скорпион всегда это при себе носил. Знаешь, я тут пока останусь. Посижу в тишине, подумаю. Понимаю. А мне пора, наверное. Как скажешь. Если хочешь, можешь вернуться в лагерь на моей машине. Как тебе удобнее. Да, и спасибо, Ви, за сегодня. И за то, что в тот раз меня вытащил. Хороший ты мужик. Реально хороший. Black and blue, black, blue, black, blue, black, blue.
С Василиском. Хочешь на нем проехаться? Конечно. Скоро буду. Блять, Ви, он потрясный. А я уж понял. Как обычно, ваше дело – это мое дело. Сегодня мы рассмотрим под микроскопом Moore Technologies, лидера на современном рынке физических модификаций. Не так давно Moore выпустила новую серию элитных имплантов. Титановый череп Bright Horn K, комплект костей Eiger T и комплект рук Hellstock W. Тем временем, их первое успешное изделие по-прежнему очень популярно. Заменитель иммунной системы LISCOM-C высоко ценится среди любителей киберимплантов по всему миру. Но в прошлом году Moore Technologies настигли обвинения в том, что в сравнении с конкурентами, их импланты значительно быстрее вызывают киберпсихоз. Пиар-отдел и юристы швейцарского гиганта постарались быстро замять скандал. И автор статьи, журналист Франц К., был осужден и приговорен к 10 годам тюрьмы за клевету. И вот что я думаю. Moore Technologies ожидает небывалый расцвет в самом ближайшем будущем. Мои рекомендации – покупайте и ни о чем не жалейте. Read that memo, live that green. All I need is greed and green. Read it.
than weep. Counting them sheep, using the silence, put you to sleep. Bag of the beef, tagging the roof. Popped in my juice, rocking the loop. Back on the roof, back in the booth. Knock out your tooth, do it for truce. Do it for trees, do it for beef. Я уж думала, ты не придешь. Начинаю думать, что и правда не стоило. Почему это? Я работаю через фиксеров. Когда клиент выходит напрямую, дело обычно мутное. Мне просто важна конфиденциальность. Охренеть. Это ты? Это я, Лиззи Уизи. Садись. Есть разговор. Ну, рассказывай. Что там у тебя? Известно, что у меня проблемы. Понимаю. И какие? Хороший вопрос. У меня был тяжелый год, творческий кризис. Давно уже не выпускала ничего стоящего. И вот вдобавок ко всему... Я влюбилась. Ну что, сочувствую. Почему же? Это всегда плохо кончается. Рано или поздно. В моем случае скорее рано. Ладно, давай подробности. Это мужчина? Женщина? Руки эти. Иногда вроде едва коснулась, а уже все сломано, все разбилось, везде искры летят. Короче, это мужчина. Его зовут Лиам. Лиам Нортон. Мы вместе пару месяцев, но я думаю, что он мне изменяет. А почему ты его подозреваешь? История настолько банальная, что даже стыдно. Тайные разговоры по телефону в ванной, странные чеки, непонятные встречи посреди ночи. Что-то конкретное можешь вспомнить? Вспомнить. Знаешь, это очень деликатная тема. Да ну. Для этого мы с тобой недостаточно близко знакомы. А с ним ты вообще поговорила? Сказала ему прямо? Боже, какой ты милый. Ты понимаешь, что мы с ним никогда не бываем наедине? Вокруг постоянно ассистенты, пиарщики, визажисты. Стоит мне перестать смотреть на него влюбленным взором, слухи по городу поползут сразу. Понимаю. Нет, не понимаешь. Чтобы это понять, надо так пожить. Когда на тебя неотрывно смотрят миллионы глаз, каждую секунду. Это прекрасно и ужасно. Лиам Нортон. Не знаю такого. Что про него расскажешь? Ему около 40, эмоциональный. Он из тех, кто никогда ни в чем не нуждался. Такое бывает. Как познакомились? Он мой менеджер. Ну да, понимаю, как это звучит. Я не нарочно, он вообще не в моем вкусе, но... Но? Можно заменить все тело хромом, но душа останется прежней. Сердцу не прикажешь. Ну а я-то тебе зачем? Чего ты хочешь? Найди доказательства, чтобы я могла с этим покончить. Лиам постоянно ходит в Райот. Думаю, он там с кем-то встречается. Я хочу знать, с кем. Выяснишь? Не спеши. Сначала деньги обсудим. Деньги будут. Да это понятно. Вопрос в том, сколько?
Господи, как это мелко. Да без понятия. Куча денег. Тебя устроит такой ответ? Устроит. Для нас, простых смертных, вообще характерна мелочность. Это, знаешь ли, иногда вопрос выживания. Не читай мне мораль. Берешь заказ или нет? Рассчитывай на меня. Супер. И мне нужны подробности. Конкретные сведения. Записи, фотографии. Ладно, я это учту. Хорошо, иди. Куда это? Клуб закрыт. Я ищу одного парня, его зовут Лиам Нортон. Может, знаешь, где его найти? Тут наемникам не рады. Уебывай, я не шучу. Подумай еще раз, иначе пожалеешь. Сейчас допросишься. И даже в травме не разберутся, где у тебя жопа, а где колено. Пиздуй давай. Ты под кайфом, что ли? Thank you.
Погоди, а он разве не с этой, как ее там? Ну да, я их на премьере вместе видела. Я ищу Лиама Нортома. Знаешь такого? Ну, предположим, слыхала. А что? Он здесь? Ну, он подъехал полчаса назад. А где теперь, без понятия. Ты совсем тупой. Как дело идет? Рот закрой, ворона залетит. Эй, Линда, шампанского в VIP-комнату, быстро! Окей, дай только этих троих рассчитаю. Я ищу Лиама Нортома. А, этот. Бесит меня этот уёбок. Чаевых не дает. Ага, и хамит постоянно, а девка его еще хуже. Девка, говоришь? Любопытно. А где он сейчас? Ты ж знаешь, я не могу этого сказать. Слушай, я заплачу. Считай, что это щедрые чаевые. Он в VIP-комнате с новой тёлкой. Гуляют. Шампанского заказали. Но я тебе этого не говорил. Ясно.
Так, что у нас тут? Шампанское? Какой сюрприз. Считай это знаком моей благодарности. Ты редко разрешаешь использовать чип, но создание энграммы живого человека – дело вообще беспрецедентное. Не благодари. Варасаки очень интересуется карьерой Лиззи. Будет обидно, если она прервется раньше времени. Поэтому резервная копия станет отличным решением. Кстати, когда снимаешь копию, можно подкрутить в ней, ну, характер подправить. Потому что Лиззи, ну, после трансформации, короче, что-то нам не в адеквате. Боюсь, это невозможно. Энграммы, созданные по программе «Сохрани свою душу», нельзя редактировать. А насколько масштабные правки ты бы хотел внести? Ну, масштабные? Иногда я ее совсем не узнаю. А бывает? Ну, что об этом говорить? Давай выпьем. За сотрудничество. Ух ты ж, бля. Ты это тоже слышал? Суки. Они хотят сделать с ней то же, что и со мной. Не совсем. Тебя они грохнули, а с нее просто хотят снять копию. Копию? Ви, она же не архив с отпускными фоточками. Она человек. У нее даже согласия не спросили. Она даже не в курсе. Он не имеет права так делать. Никто не имеет такого права. Особенно втайне от нее. Черт, и как ей об этом рассказать? Чего рассказывать? Там камера. Раз есть камера, есть и запись. Алло, Ви, что такое? Есть инфа по Лему. Ну, все так, как я думала? Нет, Лиззи, хуже. Гораздо хуже. В каком смысле? В общем, не знаю всех подробностей, но Лем пытается тебя скопировать, энграмму сделать. Что? Но... зачем? Он сказал, что боится за тебя и тебя. Нет. Нет, я тебе не верю. Ни единому слову, ты врешь. У меня есть запись. Вот, послушай сама. Нет, нет. Не может быть. Блять.
У меня для нее тоже кое-что есть. Ага, пара ди... Ви, это Криспин Вейланд. Он нам помогает. Здорово, Ви. Вы открыли охоту на Смешера? Готов, по дороге поговорим. Ты-то поедешь с нами? Нет, я свое дело сделал. Не верю, что ты не хочешь посмотреть на дохлого Смешера. Хочу, конечно. Только не вблизи. А то ты понимаешь, эта сволочь любит воскресать из мертвых. Ага. Настоящая сволочь всегда найдет способ. Мне надо еще кое-что доделать. Быстрее давай. Поехали. Удачи там. Что закажешь? Привет, Ви. Ладно, мне нужно бежать. Ты сегодня будешь? Не знаю. Ужин можешь не греть. А с чем тебе там помог Уэйланд? Он выяснял, застанем мы Грейсона дома или нет. То есть мы знаем, где его искать. У меня для тебя подарочек. А ну-ка, примерь. Это куртка Джонни? Ты точно нас не перепутаешь, если я ее надену? Абсолютно точно. Расслабься. Копия. Сшита по заказу. Его куртка, наверное, уже давно рассыпалась в пыль. Спасибо. Залезай.